Итак, всем привет, ребята! Сейчас у нас обзор мода на Minecraft 1.12.2 Trinkyville Vehicles. Так вот. Берем запчасти еще. Такси. Первый автомобиль у нас это... ладно. Первый автомобиль у нас это... Вот он. Трин Банту Пикап. Но его реальный прототип это сразу два. А именно Форд Бронко 1966 и Форд Бронко 76 года выпуска. Вот еще и родстер. Ой, капотчу открыл. Так вот. Но этого второго такой же реальный прототип, как и у этого, а именно Ford Bronco 66 и 76 года выпуска. Вот банта вагон. Ну, то же самое, Форд Бронко, но уже 77-го года выпуска. Ну, вот еще и Болтер. Болтер, вот такой вот эвакуатор. Но его реальный прототип это Chevrolet 3100 Wrecker 1991 года выпуска. Вот второй реальный прототип это Ford F800 1997 года выпуска. Вот еще Трин Буленти. Буленит. Ну, его реальный прототип это Ferrari. Ferrari 90-х годов. Ну, или же Aston Martin какой-нибудь. Aston Martin. Ну, вот еще Трин Кампер. Но его реальный прототип это Chevrolet Astra 1994 года выпуска. А, ну есть еще и камера Кампер 1. Но это уже Chevrolet Astra 1993 уже. Вот еще Кампораль М, то есть. Но его реальный прототип это уже Chevrolet Astra дом на колесах 1991 года выпуска. Вот такой вот красавец на велом троне. Шучу. Так, а вот еще Кристалиус. О, а все уже знают, кто это. Ну, чем-то похож на Mercedes-Benz гелик пикап с 8 колесами. И это и есть Mercedes-Benz гелик. Ну, вот еще и Триндеститум. Ну и у него сразу два реальных прототипа. Это Ford Ka 1997, а второй реальный прототип это Ford Focus 1998. Помните, такой есть популярный автомобиль Ford Focus. Ну вот еще Триндевом. Вот такой вот красавец. Но его реальный прототип это Chevrolet Caprice Coupe 1991 года выпуска, а второй реальный прототип это уже Chevrolet Monte-Carlo 1990 года выпуска. Ну вот еще моцик. Ага, нужны специальные другие колеса. Сейчас поставим. Не бойся, моцик, мы тебе спасем жизнь. О, эти подойдут. Ну это не моцик на самом деле, а велосипед. Самый обычный, никому не нужный велосипед. Бедный велосипед. Так вот еще какие-то непонятные лодки. А вот еще автомобиль Econo Cab. Опа-па-па-па. Интересно, что это.
Ага, это тачка. Еще одна, это уже седан. Но его реальный прототип это... Это Ролл... Сразу два. Это первый. Это Rolls-Royce Silver Shadow 1989 года выпуска. А второй это Rolls-Royce Silver Spirit 1991 года выпуска. Так, а вот еще... А, это тот самый Econo Cab. Ясно. А вот еще Фомбер. Фомбер. Трин Фомбер. Ага, ясно. Но я уже знаю, что это за автомобиль такой. Это Citroёn H 1980 года выпуска. Ну, понятно, такой фургон был от французской компании Citroёn. Я помню, такой был фургон от Citroёn, а именно Citroёn H 80-го. Ну, ладно, не будем на него зацикливаться. Так, вот еще опять какие-то моцики. О! Опа-па-па-па! А! Это ж маленький автомобиль! А ну-ка, ща какой-нибудь... Ща сиденье возьмем. А ну-ка, ща... Интересно, как мой персонаж в эту маленькую машинку умещается. Так вот. Но у этого реальный прототип это... Это может быть Пил П-50 1961 года выпуска. А второй это, ну, не знаю, какой-нибудь Реллиант Робин 1986. Ну, какая-то маленькая забавненькая машинка вообще. Ой, ржу с нее. Так. Вот еще. Опа-па-па-па. Это же еще один дом на колесах. Это еще один же дом на колесах. Но у этого реальный прототип это GMC Motorhome 1991 года выпуска. Ля, какой гигант. Гляньте, какой гигант. Вообще огромный. Такс. Так, а вот еще один Кейбаб. Кейбаб какой-то. А, это джипик. Ну, его реальный прототип это сразу два, именно Дайхатсу, ну какой-нибудь. Дайхатсу. А второй это Лендровер. Ну ладно. Так, еще одна тачка. Вот еще. Фараон. Фараон вот он. Не, беленький лучше возьму. Беленький, беленький. И вот еще лимузин версия его. Вот он какой красавец. Вот еще один, но уже лимузин версия. Но у этих обоих реальный прототип это Chevrolet. Чпу! Rolls-Royce, извините, я бываю ляпаю, что есть не то. У них обоих реальный прототип это Rolls-Royce, Rolls-Royce Silver Shadow 1971 года выпуска. Так что всем пока.